Всем доброе утро, ребятки. Мы все еще на рыбалочке. Сейчас будем готовить классный мужской босяцкий завтрак. Такая ишенка, шакшука. Но по-мужски еще добавлением тушенки. Немножко отойдем от классического рецепта. Ну, давайте смотрите, как это будет происходить. Казанчик уже у нас разогрелся хорошенько. Даже очень хорошенько. Наливаем немножко маслица. И сразу пошло сальцо туда. Такой будет у нас завтрак, медленно переходящий в обед. С утра мы рыбу ловили. Поймали судачка хорошего. Ну, сейчас надо хорошенько подкрепиться. Блин, забыл деревянную ложку большую. Приходится теперь немножко неудобно. Вот, ребят, стало обжарилось. Теперь пошла наша говяжья тушеночка. Вот так вот. Пошла жара, да, Вить? Да. Это будет завтрак. Это будет завтрак на весь день. Такая вот, ребята, красота. Ребятки, я забыл вначале добавить после сала лук, поэтому придется лук параллельно тут обжарить на сковородочке. После тушенки он уже не обжарится, будет вареный. Просто это моя оплошность. Вообще лук добавляйте сразу после сала. Ну и вот, обжариваем лучок еще здесь на оливковом маслице. И потом добавим его просто туда еще. А то без лучка как-то ни туда, ни сюда. Ну вот, ребятки, лучок я вот так обжарил. Сильно не буду его, вот так будет отлично. И добавляю тушеночки с салом. Ай, какая красота. На природе, на свежем воздухе. Добавлю еще сразу чесночка, зубочек. Какой сразу аромат пошел. Обожаю чеснок. Попробуем. У нас тушенка соленая, наверное. Да, тушенка соленая, сало соленое. Солить не будем пока. На этом этапе добавляю помидоров. Прям много так, у меня тут 4 штуки. Вот так. И все это вот так тушится. Теперь с помидорками. Чувствую себя all-inclusive на рыбалке. И фиштик, и завтрак, и обед, и ужин. Ну вот, ребятки, смотрите. Помидорчики протушились. Отлично, сейчас можно приправить. Паприка не сильно острая, средняя. Черный молотый перец. Соль не буду. Соли мне там хватает. Если что, кто хочет, подсолит. И добавляем зелень. Здесь у меня петрушка, зеленый лук. Вот так огонь. Теперь следующий шаг.
делаем здесь такие луночки. И туда у нас пойдут сейчас яички. Вот так. Вот так оно должно все выглядеть. Яйцо не должно полностью свариться. Свариться должен только белок. А желток остается вот так вот жиденьким. И потом все это с лепешечкой или с багетиком макается. И отлично употребляется. Еще пятый, наверное, да, ведь? Угу. Вот так. Вот так вот. Должно это выглядеть. Сейчас вот яички варятся там. И все готово. Так, ну что тут у нас? Практически готово. Вот еще чуть-чуть, самый малость. Ну все, ребятки, наш завтрак готов. Будем сейчас завтракать, пробовать. Как сказал, жалко, что забыл большую ложку. Придется сейчас вот так немножко помучиться. Вот так вот она должна быть. Горячий. Вот, смотрите. Вот такая вот красота у нас получилась. И теперь еще берешь это яичко, так как яйцо пашот, сюда выливается, берешь кусочек хлебушка, нет слов, ребята, нет слов. Ведь ты тоже, наверное, хочешь, да? Очень. Сейчас. Огонь. Ребятки, если вам понравилось видео, не пожалейте лайка. Подпишитесь на канал, вообще будет прекрасно. Для вас стараемся и до новых встреч. Всем пока. Ляпота. Обалдеть. Это завтрак.